Кроме леек, лопат, тяпок и дождевиков, привычного инвентаря для высадки деревьев, на участниках акции маски и перчатки. Такие уже привычные в наше время атрибуты для прогулок. И, конечно, строгая социальная дистанция. Впрочем, для высадки саженцев это расстояние оптимальное – 1,5–2 метра. Саженцы яблони, вишни, абрикосы и персика теперь украшают аллею перед входом в парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Всего 26. Привезли их из звенигородского питомника. Плодовая аллея появилась в честь праздника – Дня защиты детей. Сторонников партии «Единая Россия», активистов, молодогвардейцев и первого заместителя председателя Московской областной думы Ларису Лазутину непогода не смогла удержать дома. Лес всегда требует и уважения к себе, внимания, и мы хотим его немножко обновить и здесь на аллее посадить уже плодовые деревья, чтобы они у нас обязательно прижились, росли на радость всем нам. И я считаю, что это вообще хорошее дело. Нам немного осталось, уже вакцина, уже лекарства на подходе, уже наши ученые разработали. Я надеюсь, что мы опять вновь будем здесь и тренироваться, и каждый себе найдет свое участие на нашей трассе. Одинцовцы постепенно возвращаются к нормальной, размеренной жизни. Уже можно гулять на Лазутинке с 7 утра и до 11 ночи, но не более 3 человек в группе и при наличии индивидуальных средств защиты. Пока МАФы закрыты, но от прогулки в парке после длительной самоизоляции отказаться очень тяжело. Организаторы акции по созданию плодовой аллеи уверены, посадка новых деревьев – это символ начала новой жизни в городе. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».